Так, получил, скотина. Этот сейчас получит. Блин. Гудрун, я тебя не узнаю. Ну, Гудрун! Ух, черт, я побрал. Черт возьми. Да, это конец. Так, Людмила. У тебя еще есть шанс стать героем. У Гудрун, скорее всего, есть шанс стать героем посмертно. Ты жива? Это не... Черт возьми! Черт возьми! Сколько нас осталось? Трое? Четверо. Четверо не самых успешных солдат. Большинство ранены. Особенно Гудрун. Единственная надежда. Что? Ты родилась в рубашке? Так, кто у нас еще? Людмила. Пожалуйста. Ай-яй-яй. Слава богу, что я одел броню. What the fuck? Ой! Черт возьми, чертовы лаги! Так, скорее всего, Людмиле конец. Да вообще всем конец. Эта игра чистый хардкор. Отлично. Гудрун жива. Теперь твоя очередь помогать. Фух. Да хотя сейчас все равно какой-нибудь флотер вылетит, всех постреляет. Начнем с Людмилы. Так. Укрытие хоть какое-то.
Так. Да ё-моё! Я выкину эту мышку. Хотя, может быть, таким образом пришелец не сможет попасть по Гудрон. Гудрун. Как минимум два пришельца еще есть. Но это всего лишь как минимум. Теперь как минимум три. Эх. Что за непруха? С этими террор-миссиями. Вы все теперь достойны медалей, если вдруг выживете. Но с такими навыками стрельбы у вас шансы резко уменьшаются. Хорошо, что у лазерных пушек бесконечные патроны. Так. Кто-то выживший. Это хорошо. Ну, четверо отважных чемпионов. Вот ты где. Отлично. Да ё-моё, я не делаю кликов. Мышка сама делает их клики. И почему-то это в DOS-боксе. Кто знает причину, напишите в комментах. Хотя я её и сам знаю, наверное. Это кривые руки. Игрока. Меня, то есть. Так, еще кто-то есть. Надеюсь, один. Ага. Край карты обнадеживает. Внушает доверие, так сказать. В таких складах любят прятаться крупные пришельцы. Нужен. Найди кого-нибудь и убей. Так. Здесь пришелец. Или как принято кричать, контакт. Да
ё-моё, что с этой мышкой творится в последнее время? Из-за неё я проиграю точно. Так, пока что пришельцы тратят гранаты на мирных граждан. Во всяком случае, это лучше, чем на нас. В любом случае, для меня теперь первая задача — это не спасение мирных, а спасение своего отряда. За них как-то больше очков дают. Контакт! Пиу, пиу! Ага, получи, фиолетовая морда. И где-то еще один пришелец. Интересно, где я? Так. Я потратил все очки. Теперь она сдохнет. Какая огромная карта, ужасная карта. Я ее ненавижу. А эта игра ненавидит меня. Отлично. Лидер паникует. Он бросил оружие. Только где же эта сволочь? Фиолетовая. И все же я надеюсь, что он все-таки бросил оружие. Потому что если он не бросил оружие, то меня ждет очень неприятный сюрприз. Где ты, скотина? Я же все равно тебя найду. Тварюга. Я знаю, что ты где-то около деревянного забора. И у тебя дела. Неважно. Черт бы тебя побрал, кемпер вонючий. Ага. Ты где-то здесь. Под караулем, значит. Задолбал уже. Ну где же ты, последний выживший? Сейчас Гудрон лично на тебя пойдет и... Нет, не зависло. Так, где у нас Гудрон? Будет обидно, если ты сейчас помрешь.
Что? Вот ты где. И у него пушка. Черт возьми. Ты сдохнешь, правда? Ведь правда ты сдохнешь? Пожалуйста, пообещай мне. Ё-моё. Это не совсем то, что я хотел. Черт возьми. Черт возьми. Почему он не выбросил оружие? Читер проклятый. Ты просто обязан был выкинуть оружие, когда начинал паниковать. Мы выполнили эту миссию и набрали положительный опыт. Отлично. Но все равно это нас не спасет от поражения, скорее всего. Узнаем, что нас ждет в следующей серии. Всем пока и спасибо за просмотр.